Добрый день, мои любимые, добрый, прекрасный питерский день. Ой, не знаю, уже так припахалось. Эти дела никогда не закончатся. Пока понамывала посуду, пока все позастилала, поубирала, пока белье собрала, пока там стирку поставила, пока мыла там тоже ванну, потому что не могла залазить мыться, она вся грязная, хотя я ее каждый раз перед своим пользованием мою. Вообще жесть. Ой, устала. Мне сейчас Ниночка написала, что осторожно, если сосульки даже попадали, то может упасть снег. Я смотрю тут на крыше, смотрите, сколько снега. Вот если он обвалится, и крыша такая покатая, то будет кому-то невесело. Но тут, в принципе, никто не ходит. Так что я тут гирлянду поприцепила, чтобы так оттуда убрала с той комнаты. Вот, ладно, собираюсь, пойдем, сходим на рынок, посмотрим, что там. Мне надо мжадру купить, эту чечевицу красную. Что-то мне опять в телефоне написали. Если видео это не запишется, будет грустно. Ну, будем верить, что запишется. Еще мне Ниночка прислала песню. Одну из моих любимых. Я хожу ее, пою. Такого снегопада, такого снегопада давно не знали здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, лета, нет лета. Чуть не зашла. Занята им зима, занята им. Все, что было. Не надела шапку, а здесь так ветерок. А, ветерок сильный. Все попотаяло. Смотрите, идешь по этой каше. Надо осторожно, потому что очень-очень скользко. Сейчас надену капюшон, потому что ветер. И так, и не жарко. Снегопада. Да, не знаю. Здешние места. Пичу кто-то покормил горохом. А я вчера, представляете, хотела гороховый суп. И посмотрела, у меня закончился горох. И суп варила с картошкой, с вермишелью. Ну и с курочкой. А горох закончился. Вот так вот. Я его весь кормила. Хотя у нас было... Подруга говорит, покупала несколько пачек. Я несколько пачек. Все скормили нашим голубчикам. Правда, очень скользко. Вообще жесть. Надо под ноги смотреть. Там может быть получше будет, а здесь под домами вообще идешь по гололеду. Сегодня думала о том, ну посмотрела, что 14 число, и думала о том, что какие у меня любимые числа. Оказывается, так интересно. Вот у меня любимые числа 22, 23. Потому что у меня сыночек родился 22-го и 23-го дочечка. Потом все, надела капюшон. Потом, например, 17 число и 18-е. 17-го родился Соломон, а 18-го мамочка моя. Как-то последовательные такие числа. 22-е, 23-е, 17-е, 18-е.
Ну, потом, естественно, 8, потому что это мой день рождения. Потом, естественно, 5, потому что это... 7, например, подруги день рождения. Мое 8, тоже 7-8 по порядку. Потом 5 тоже, потому что Ирочкина, старшей моей дочечки, день рождения 5 числа. И так повыбиралось столько чисел. Прикольно. Наверное, у каждого человека есть любимые числа. О, какая собака пушистая. Пушистик. Круглый мячик. Из вас интересно, какие у вас любимые числа? Напишите. Я тоже буду знать. Сугробы тут какие. Здесь уже поразгребали, поразвозили их. Ну, еще кое-где есть. Они их, короче, сгребают так в большие кучи. А потом постепенно, рано утром или поздно вечером, когда поменьше движения на дорогах, большие эти как грузовики вывозят. Какой-то я стих помнила про грузовики. Что-то уже не помню. Вот вон сосульки огромные. Вот они падали. Так что страшновато ходить под ними. Я вчера смотрела фильм «Статус холостяк». Там в главной роли, блин, не помню фамилию, но какой-то там известный актер. И там тоже очень тут скользко. Вообще, говорю, куда я зашла? Ну, блин, невозможно тут идти, реально. Все во льду. Я туда не пойду, пойду по дороге. Как же его фамилия этого известного актера? Там вообще не знаю, как идти под домом. Пойду по дороге, пусть мне сигналят, что делать. Там невозможно вообще идти. И с ним играла в главной роли Боярского дочка, как ее там зовут, не помню. И она вот в душе пела. И я думаю, ну прикольно. Мне полегче, чем ей. Я в душе не пою, а для вас каждый день пою. То свои любимые песни, то не очень любимые, просто какие-то прилепленные к языку. Вот так вот. Мне больше повезло с вами. На белый, на этот чистый, несказанный снег ложился самый первый, ложился самый первый. И смелый на твой похожий след снег кружится, лето и летает. Вот пришли мы, это такой крытый, можно сказать, рынок.
Не такой, конечно, как в Мариуполе, там огромный центральный рынок. Есть скрытый, а есть который на улице. Посмотрим себя. Он толкает, или она. Ну, или кто-то. Так, что мне надо? Мне надо чечевица. Рыбка. 2600 килограмм. Вот так вот. Сейчас насмотрелась, короче, фильма. Там про это пальмовое масло. Ну, имеется в виду не про пальмовое масло, которое очень дорого стоит, а про пальмовый жир. Жир. Вот смотрите, тут календула, ромашка, акация. Чего только. Лаванда. Тут такой запах стоит, как в индийских магазинах. А здесь мед. Всевозможные. Ну, мы с вами ищем не мед, а чечевицу. Яблочки, амела белая, черная бузина. Чего только. Чего только. А это что такое, интересно? Масло касторковое. Вот. Роза, бутоны желтые. Так что у нас как в Индии. Ладно, сниму шапку, этот капюшон, потому что очень жарко. Я сюда зашла, тут достаточно тепло. Ищем чечевицу. Ищем. И ищем. Сейчас найдем. Ту-ру-ру. 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 Здесь должна быть. Я, по-моему, тут покупала. О, нашла. Чечевица. 200 рублей. 200 рублей. Ну что делать, надо брать. Здрасте. Здравствуйте. Снова здравствуйте. Это 200 рублей? Да. А как на рынке, не торгуются? Мы и так дешево торгуем. 200 рублей. А хорошо. Сколько тут? Килограмм. Ровно килограмм? Да. Ага. Не, вам... верю, не надо проверять. Вы что? Это по килограмму. Значит, за 180 не пойдет. Ну, берите за 180. Налички есть? Да, есть. Да. В Греции все есть. Вот, 20 рублей выторговали. Да-да-да. 100. Сейчас найду, если у меня есть. Может, у меня в натуре нету. А только 200. Даст мне 80 рублей. А она этого года, девушка? Да, точно. Ой, вот у меня все. Без сдачи, да. О, считайте. Угу. Есть там? Может, больше. Раз, два, три, о, четыре. Там, подожди. Пять. Подожди, лишний. Так. Лишний рубль упал, да. Да. Шесть, семь. 8. Вот, держите. Все для вас. Да, вот как это, да. А я у вас всегда покупаю чечевицу. 4, 5, 6, 7, 8. Делаю по-арабски. Делаю по-арабски мжадру. Вы делаете? Нет. Не готовите чечевицу красную? Нет. Очень вкусно и полезно. Там все минералы, все витамины. Да. А почем хурма у вас? Или вы хурму не продаете? Это не ваша. А, это хурма. Хурма нет, это не ваша. А, не ваша. Почем хурма, Саша? Килограмм 350. Красота? Да. А это медовый. Но медовый немножко дешевле. Ага. А это... Такое все красивое. Почему в магазине не такое? Ну, отборный товар возит на рынок, конечно. И тут вы все который, ухаживаете за ним. Конечно, товар хороший. Угу. Да. Понятно. Ну, спасибо вам. Ага, хорошего вам дня. О, а тут смотрите какие. Я такие из деревьев рвала в Ливане. Они да. Такие вкусные вообще. А малина какая. Ой, тут прям башка кружится от этой красоты. Буду, короче, мжадру. А там, по-моему, выход. Да. Буду мжадру. И так с салатиком. Самая вкуснота.
Вот чечевичка наша. Не знаю, может там еще вам пройтись показать. Что скажете, мои любимые? Такой вот рыночек крытый. Кому-то, наверное, мясо интересно. А мне нет, мне фруктики больше нравятся. Пойдемте еще посмотрим дальше. Забыла посмотреть еще красоты. Авокадо. Смотрите, какой огромный авокадо. Вообще. С мою ладошку. А то и больше. Да-да-да. А тут нету авокадо. Зато есть капуста. Смотрите, какая красивая. А, вообще красота. Виноградик. Гранат. Очень красивый. Тут авокадо нету. Ладно, идемте тут пройдемся. О, орешки. Красота. Здрасте. Орешки. Семечки белые. Очень полезно. Да-да-да, сколько тут всего. Вот такое изобилие. Покупай. Не хочу. Вот этот, говорят, сухофрукты, которые такие красивые. Я не знаю чего. Они, короче, очень вредные. О, это маш. Маш. Семечки 150 рублей килограмм. Фасоль. Фасоль классная. Или как это? Фасоль по-арабски. По-нашему фасоль, по-моему, называется. Орехи. 600 рублей килограмм. Даже кускус есть. Я кускус тоже очень вкусно готовлю. Много всего готовлю очень вкусно. Так, тут что? Свекла, морковь хорошая. Тут можно приходить, кстати, покупать. 50 рублей чистый морковь, чистая морковь. А вот авокадо есть. Авокадо. А почем у вас авокадо? Авокадо? Ага. Там же написано на этом. Вот тут 500, а это тоже 500? Это 50. 50. А это тоже 50? Это да. По 80. А. Красивые. Они на штучка продаются или как? Да, а, я думала на вес. Нет. Спасибо. Лимончики, редис. Вообще красота. Ту-ту-ту. Одна штучка 50 рублей. Не знаю, почем в магазине. По-моему, 38. Тут вот рыбка, смотрите. А, курочка. Там хвосты. Кому мясо интересно, я вам пройдусь возле мяса. О, тыква. Можно сделать памкин суп. Из тыквы очень полезно, кстати. Смотрите, какая красивая тыквочка. Ту-ру-ру. Тут даже засолки есть, огурцы, помидоры. Все, что надо. Морковка, картошка, помидоры, огурцы, арбузы, дыни, яблоки. Голова кружится. Мушмула. Это как по-арабски академия называется. Но она почему-то тут зеленая. Или это не академия? Даже не знаю, что это такое зеленое, кто это ест. Виноград. Вот я очень люблю виноград. Тут такие шире, помидорчики красивые. А это ваша? А, ваша? А это у вас что? Это мушмула такая или что это? Вот это, вот это. Это фейхоа. А, фейхоа. Она такая должна быть такого цвета? Да? Никогда не пробовала. Я думала, это мушмула. Нет, это фейхоа. По-арабски академия называется. Ну, фейхоа, мушмула это по-другому. Косточки ага. Есть там. Да, а коричневые. Это, а тут нету, здесь да? Нету. Здесь вот такой. Поняла. И почем она у вас? Килограмм 500 рублей. Здорово. Надо как-нибудь взять, попробовать. Это спасибо большое. А вот эти как люблю. Почем у вас хурма? 250. 250 килограмм? А можно полкило? 600 грамм на 151. А? 600 грамм на 151. 600 грамм. Не знаю, если у меня есть 150. Давайте на 200.
500 грамм. Ага, благодарю. Спасибо. Хорошего дня. Удачи. Если вкусно, я еще приду. А если не вкусно, я приду ругаться. До свидания. До свидания. Приду еще покупать. Я уже сняла 20 минут, мои любимые. Так что прощаемся с вами. Взяла, буду готовить мжадру, вам, наверное, покажу, хотя вы уже видели, в других видео есть. И взяла вот эту хурму. Вы слышали, что хурма от ковида? Очень-очень полезно. Какие-то там у нее есть свойства, что она сразу же убивает эти все микробы ОРЗ. Люблю вас, мои родные. Всем волшебного дня. Пока-пока.